Друзья, всем огромный привет! Мы сегодня продолжаем играть в замечательную игрушку, которая называется People Playground. Огромное вам, друзья, спасибо за актив под этой игрой. Вы реально набираете очень-очень много лайков. Я прошу 2000, вы набираете по 4000, по 5000 на каждой серии. Просто, ребят, всем-всем-всем спасибо. Также очень многие спрашивают, где я скачал игру, где ее можно скачать, именно пиратскую версию бесплатно, то есть, да. У меня, ребят, рецензия, то есть стимовская версия, но я оставил ссылочку в описании на пиратку People Playground. То есть вы можете скачать эту игру абсолютно бесплатно, только перейдите по ссылке в описании и, в принципе, скачивайте и играйте в удовольствие. Ну и, конечно же, в знак благодарности обязательно ставьте лайки. Давайте, ребят, мы на этой серии тоже наберем 2000 лайков, а лучше еще и 3000 лайков, а лучше, ребят, еще больше. Я знаю то, что вы можете. Короче, да, друзья, всем спасибо, кто смотрит, кто лайкает и кто пишет комментарии. Ссылка в описании. 2000 лайков равняется новая серия уже прям завтра по этой игрушке. В общем, да, ребят, сегодня будет эксклюзивная новая серия. Мы сегодня, ребят, будем играть на новой карте. Новая карта в том плане то, что мы еще ни разу на ней не играли. Короче, ребят, такой вот просто гигантский спуск. Спуск реально очень-очень огромный. То есть, вот, ребят, размер человечков. Смотрите. Вот, да, человечек наш. А вот, ребята, собственно, сам спуск. Ну, короче, вы поняли, это просто огромнейший, ребят, спуск. Мы сегодня, друзья, будем давить на машинах, на танках, на легковушках, на фурах людей. Будем устраивать всевозможные аварии. В общем, реально будет веселуха. Мы, ребят, нашу берем фуру. Фура, вы видите, ребят, какая огромная. Огромный такой вот грузовичок. В общем, это получается грузовик с трейлером. Активируем. И наш, ребята, грузовик начинает ехать вниз, разгоняться. Ну и, ребят, смотрим, вот наша фура, значит, едет. Вот там вот где-то внизу наши челики. Вот, ребят, фура едет, едет, едет. Сейчас дикая просто, чую, будет расчлененка. Представьте, да, огромная, ребят, фура на огромной скорости, на спуске врезается в этих бедных людишек. Так, все, друзья, ждем. Вот они, наши люди. А вот, собственно, и фура, 3, 2, 1. О-о-о, офигеть! Вы это видели? Так, все-все-все, фура, стой. Капец, она бешеная, да? Ё-моё. Так, давайте мы немножко отодвинем. Ну и давайте, друзья, посмотрим на повреждения. Ну, этого чувака просто расплющило, он, конечно же, умер. Посмотрите, ребят, на саму фуру, она просто вся в крови. Как будто какой-то зомби-апокалипсис, да, у нас? На колеса просто, смотрите, мы, ребят, понаматывали этих бедных людишек. Так, этому чуваку руку оторвало, переломало ему все кости. Этот каким-то образом выжил. Этот чувачок, видимо, каким-то образом выжил. Он, видимо, ребят, упал под трупы, по трупам проехала фура, а он как бы из-за этого как бы все это дело пережил. Ну и, в принципе, да, ребят, расчлененочка. А это что? А, ну ему голову, да, ребят, просто головешечку оторвало. Этих как бы тоже просто поразрывало. Ну это просто, ребят, конечно, дикая садистская игрушка, но мне это очень нравится. Я вижу то, что вам это тоже нравится. Поставим, давайте, человек 5-6. Вот, ну, короче, как-то вот так вот. Также давайте одного, опять же, по стандарту здесь поставим. И одного здесь. Ну и все, ребят, мы переходим от слов к действиям. Так, ставим нашу машину. Оп, активируем ее. Она, ребят, начинает ехать. Снова, получается, скрываем полностью весь интерфейс. И смотрим. Кстати, давайте сейчас проведем аварию без слоу-моушена. Потом, кстати, еще можно будет еще одну провести. Тоже с фурой, только теперь слоу-мо. Ну, посмотрим, как это влияет. В принципе, что вообще из этого получится. Как по мне, слоу-мо намного прикольнее наблюдать. Но я заметил, ребят, как и в Брикриксе, в People Playground, физика меняется. То есть, расчлененка без замедления намного лучше, да, люди намного лучше разлетаются на кусочки, чем когда слоу-мо есть. Ну, короче, не знаю, как это вообще так сделано, но, ребят, как-то вот так вот. И, о-о-о, мясо-мясо начинается. Но! Вы это видели? Офигеть! Так, тихо-тихо. Главное, ребят, чтобы никого дополнительно, так сказать, не повредить. Давайте мы начнем с этой пока что толпы. Так, ну смотрите. Этот чувак... Ну, кстати, он выжил, походу. Ему только ноги оторвало. Эти вообще, ребят, в мясо. Этот выжил. Этот переломался. Вообще, прям, смотрите. Ой, залагал. Я его нечаянно убил еще, походу. Так, смотрим, значит, на этих. Этого переломало просто. Ну, в принципе, да, этому, ребят... А, это вообще разломило на две части. Так, ребят, давайте мы сейчас еще разочек попробуем. Так, ставим несколько человечков. Ну, давайте человек 5 здесь поставим. Также вот здесь вот мы ставим. Вот здесь. И давайте нашего робота мы также, ребят, поставим. Робота Васю. Так. Отключаем полностью весь интерфейс. Activate. И смотрим, что из этого получится. Теперь давайте, знаете, я прям вот максимально камерой подлечу к людям. Посмотрим, что из этого вообще получится. Так, я уже слышу, вот она. Но! Не, роботу, увидите, просто пофиг, да, ребят. Роботу просто ноль урона. Так, все, фуру удаляем, потому что, в принципе, увидите, у нее повреждений никаких нету. Осматриваем наших людишек.
Этому, ребят, вы видите, ноги переломало, руки, голову ему оторвало, робот вообще ноль урона. Так, что с этими? Ой-ой-ой, тут вообще, вы видите, дикая просто расчлененка. Людей тут, конечно, просто поразрывало. Вот это тоже очень в каком-то таком вот плохом состоянии. Так, а этот что? О, кстати, походу выживший. Да, смотрите, ребят, две руки осталось, да, ребят, две руки. Ну, как бы у него, правда, позвоночник сломан в трех местах, но так-то, в принципе, все более-менее. Я, кстати, уже все, ребят, это испытывал до записи, да, до съемки этого ролика. Скажу так, фура интереснее тем, что она огромная. То есть она прям вот впечатывает стенку. Но легковушка, зато более быстрая, в принципе, тоже может что-нибудь с ней быть интересное. Так, ставим, давайте, вот этих вот чуваков здесь. Высоко прям не будем, давайте мы пролетать. То есть не будем далеко мы спавнить транспорт от людей. Ставим черную такую вот классную тачку. Активейт. Бандит прям, знаете, какой-то такой вот лихач едет на черной машине. И, собственно, мы, ребята, ждем. Вот машина. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе, но! Ой, вот этому, по-моему, да, ребят, больше всего не повезло вот этому чуваку. Прям машина в голову ударила. Кстати, остальные, по-моему, очень даже выжили. Ну, как бы, немножко что-то там с ними, конечно, да, есть какие-то сотрясения там, переломчики. Но так, ребят, в основном все выжили. Вот этому голову почему-то оторвало, видимо, машина прям ударила по голове, да, и этому. Так, остальные, о, кстати, еще один. Ну, кстати, нет, он умер. Ему, смотрите, ребят, две ноги прям переломало, открытых два перелома, ё-моё. Четыре человека, машину давайте где-нибудь вот здесь вот мы заспавним и посмотрим, что с ними именно будет, чтобы, знаете, вот прям за каждым могли следить, а то когда их много, я не могу за всеми как бы уследить. Вы как бы, наверное, наблюдаете, возможно, за одними, я за другими. Ну, короче, вот, смотрим за четырьмя сразу людишками, машина уже на подлете, но и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было, конечно, сверх, ребят, жестоко. Короче, не повезло только одному, который прям упал на капот головой, и его, получается, машина прям прибила к стене. Фура, вы видите, она более высокая, вот она прям может полностью чувачка, да, прибить к стенке, а не только, например, вот легковушка, получается, передком, только бьет либо по ногам, если человек перевернут, значит, по голове. А фура, она ломает просто, ребят, полностью. Это реально очень-очень круто. Так, берем, значит, нашу фуру. Так, разгон не будем ей большой прям давать, она и так, в принципе, довольно-таки быстро разгоняется. Так, вот, поехала. Три человека, вот четвертый, там возле стены пятый. О-о-о-о, давай-давай-давай-давай. Так, ребят, последний остается. О-о-о-о-о-о, вы это видели? Капец. Так, все, удаляем ее, хотя подождите, давайте посмотрим. Ну, фури, опять же, просто практически ноль урона, удаляем. Так, ну этого чувака просто убило, вы видите. На остальных, походу, тоже, потому что я там видел, такая расчлененка была. Так, этому чуваку две руки оторвало, вы понимаете? Он, кстати, выжил. Ну, почти он, ребят, выжил. Так, этого вообще разорвало. По этим фура, ребят, просто проехалась прям. Вообще мясо просто одно. Вот, кстати, еще какой-то кусочек. А, это выживший? Да, а, у него головы, ребят, нет. У этого чувака нет головы. Ну, в общем, как-то вот так вот. Пока что фура это просто number one, да? Просто, ребят, топ. Давайте теперь мы, значит, поставим наших людишек и танк на них запустим. То есть, да, ребят, сегодня у нас чисто серия про аварию, такие вот спуски какие-то. Не знаю, аварию, кстати, тоже можно будет устроить. В следующей серии я, ребят, загляну в комментарии перед следующей серией, да? И посмотрю ваши, конечно же, идеи. Что вы там пишете, ну и самые топовые, возможно, запишу самые интересные. Либо что-то свое придумаю и, в принципе, ребят... это устроим. Идей очень-очень много. У меня есть на подходе, так сказать, крутые, очень, ребят, крутые идейки. Так, наш танчик, ребят, я его уже слышу. Так, танк, давай-давай-давай. Вот он, ребят. Кстати, танк довольно-таки медленный, но... Ой-ой-ой, серьезно? Это и весь танк? Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте успеем мы, ребят, еще человека сюда заспавнить. Ладно. Он по ним просто проехался, им ноль урона. Ладно, ребят, возможно, так все было запланировано. Давайте вот несколько мы человечков заспавним. 3, 2, 1. И... что это было? Вы это видели? Чего? Капец, им повезло. Ребят, короче, танк просто все угробил своей же пушкой. Он не смог никого убить из-за своей пушки, вы понимаете? А ну-ка, давайте мы его немножко вот так вот, оп. И давай-давай-давай. Но! О, да, ребят, мы это сделали. Капец, конечно. Расчлененочка, конечно, хорошая, да. Удаляем танк. Танк, конечно, ребят, вы видите, полная. Ну, вы поняли. Так что давайте мы посмотрим, ребят, на трупы. И к танку мы больше не будем возвращаться. Ну, какой-то он слабенький. Фура, увидели, да просто бешеная, конечно, машина смерти. Мне сейчас, ребят, пришла реально очень годная идея в голову. Смотрите, мы, значит, спавним, давайте, 4 человека. У нас прям постоянно их то 4, то 5.
3 никогда просто не было. Ставим мы, значит, ребята, вот здесь вот легковушку. Вот, все, она стоит вроде. И спавним, ребята, сверху фуру. То есть, получается, люди будут между фурой и между легковушкой. Так, ставим, значит, нашу фуру. Вот она. Активируем. И все, ребят, сейчас посмотрим, что из этого получится. 4 человека, машина и огромная фура. Так, я уже слышу, вот она. Вы это видели? Капец. Кстати, что с машиной? Авария, смотрите, ребят, прям произошла. Да, ее прям немножко смяло. Неплохо так. Так, что с людьми? Ой-ой-ой, этому человеку руку оторвало, этого пополам перерубило. Этот вообще похож теперь на какую-то, не знаю, гусеницу какую-то. Смотрите, реально просто, ребят, гусеница какая-то. А этот, кстати, каким-то образом вообще выжил. Единственный, ребят, из 4, реально, чувак, ну, более-менее. Но, опять же, по моим критериям. Все, ребят, я включил только что слоумо, ждем нашу фуру. Вот она уже. Вот, ребят, наши люди. Вот наша машина. Так, фура, вот, ребят, просто несется. Давай. Но, офигеть, вы это видели? Были бы, знаете, еще более реалистичные повреждения. Ну, что-то типа как в Bimage Drive, да, у машин. То есть, чтобы там машины прям сминались, да, было бы реально круто. Как бы все равно есть тут что-то наподобие, но не до конца это как-то сделано. Так, ну, кстати, не, машина в хорошем очень состоянии, вы видите. Ой-ой-ой, так, тихо. Главное, ребят, не добить, так сказать, выживших. Они там друг друга почему-то залагали, вот это как-то странно. А, вот почему этот чувак, смотрите, просто что с ним происходит? Он залез в другого, просто вселился, блин, в другого, во. Это тоже, ой-ой-ой, смотрите, что это за пазл какой-то из людей. Ну вот, собственно, единственный выживший. И, а вот этот. А этому, ребят, он ничего, ему две руки оторвало и ногу, смотрите, вообще. Просто, ребят, открытый перелом, да, ну, я думаю, он умер. Вот это, конечно, ребят, выжил, да. Ну а теперь, друзья, давайте мы сейчас устроим столкновение двух фур. Ставим, значит, фуру. Ставим, опять же, несколько людей. О, кстати, ребята, у меня сейчас пришла реально годная идея. Смотрите, ну мы сейчас в следующий раз, да, займемся этим, после этого сейчас эксперимента сразу же. Смотрите, фура, люди и еще одна фура. А потом сейчас мы, кстати, сейчас сразу можно это сделать, точно. Два в одном, так сказать, смотрите. В эту еще фуру поставить людей. Кстати, а почему бы и нет? Посмотрим, что с ними там будет. Никуда они вроде не денутся. Активируем. Так, они упали, ребят, немножко. Да, им немножко плохо как бы. Все, сейчас, ребят, просто будет дикая авария. Так, давайте без слоумо, видите, слоумо, повреждения какие-то очень слабые. О-о-о, лагает, капец, мясо произошло. Вы это видели? Ё-моё. Так, смотрите, вот эти чуваки, которые были в этой фуре. Так, успокойся, все, грузовик, успокойся. Смотрите, ребят, просто мясорубка какая-то. Просто фарш какой-то вылез из-под колес. Смотрите, ребят, получается, вот эти люди, которые были в этой фуре, большинство как бы погибли, либо получили очень серьезные травмы. А ребят в этой фуре вообще ноль урона, видите, они просто немножко попадали. Ну а здесь, я думаю, уже ничего не надо говорить, это просто смерть, вы видите. Да уж, конечно, ребят, жестко. Так, а кстати, что в этой фуре? Ну, этого чувака переломаны кости, этому оторвало голову, этого там тоже что-то очень сильно ударило. По моим, ребят, критериям, вот этот чувак выжил, но по критериям игры, видите, у него как бы сломан позвоночник, так что, по сути, он умер. В общем, да, друзья, вот такая сегодня у нас очень эпично получилась серия про спуск с горы без тормозов, на машинах, на фурах, на танках. Серия реально, ребят, получилась очень-очень крутой, так что не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. 2000 лайков прямо, ребят, если набирается сегодня. Завтра выходит новая серия по People Playground. Всем пока.